На выставке «Гражданская война между белым и красным», которая открылась в Ленинском мемориале, вы не увидите политической и идеологической оценки того страшного периода в истории нашей страны. Эта война была трагедией всего российского народа. Вот главный лейтмотив экспозиции. Эта выставка особо актуальна в год столетия начала гражданской войны. И Музей политической истории не мог обойти эту тему своим вниманием. На этой выставке мы постарались показать гражданскую войну как историческое событие. Постарались не давать политической оценки, не призывать быть за белых или красных, представить и белых, и красных, и третью силу, так называемых зеленых. Центральным экспонатом выставки является огромная картина студии «Новая реальность» размером 5 на 8 метров, которая так и называется «Гражданская война». Это произведение изобразительного искусства выставляется впервые. Это объединение «Новая реальность» – уникальное явление в истории нашей российской культуры, когда в одной группе собирается большая группа людей, это люди, которые уже получили высшее художественное образование. И они соединяются от того, что их объединяет одна единая идея, одна единая мысль. Это создание произведений, которые выходили бы за те рамки привычного. Всего на выставке представлено более 50 фотографий, плакатов и картин. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.